Всем привет, мои любимые, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал, на мою кухню. Всех очень рада здесь приветствовать. Сегодня мы вместе с вами испечем очень вкусный и удачный пирог. Один из моих любимых пирогов. Получается на раз, два, три очень-очень вкусно. Из доступных ингредиентов, из любого холодильника, мне кажется, можем найти эти ингредиенты. Получается, ну, невероятно вкусный, ароматный пирог. Давайте готовить. Дорогие, нам потребуется большое блюдо замесочное. Вбиваем туда 4 яйца. Яйца я, как всегда, помыла содой перед использованием. Добавляем сахарный песок. Все пропорции обязательно найдете, как всегда, внизу в описании. Добавляем ваниль обязательно. Венчик. Все это мы хорошенечко взбиваем венчиком. Можно использовать миксер. Я всегда этот пирог готовлю вручную. Либо в блендером можете все это взбить ручным. Я не заморачиваюсь, все прекрасно. И так получается ручным венчиком. Хорошенечко взбиваем яйца до пышности. Добавляем сюда 300 граммов сметаны. У меня жирность 18%, но жирность не имеет никакого значения. 300 граммов сметаны. 100 миллилитров молока. Все ингредиенты старайтесь, чтобы были комнатной температуры. Снова слегка перемешиваем венчиком. Также нам потребуется столовая ложка меда. Вот такая вот добрая. И 50 миллилитров растительного масла. Снова все хорошенечко перемешиваем до однородности. Здесь у меня просеянная мука. Добавляем чайную ложку разрыхлителя. Ложка маленькая. Перемешиваем. И в несколько этапов вводим тесто. Муку обязательно просеивайте. Добавляем по желанию цедру от одного апельсина, либо лимона. Это придаст очень приятный аромат и вкус нашему кексу. Я обязательно добавляю. Далее из наполнителей добавляю изюм. Опять-таки, если не хотите, можете не добавлять. Можно добавить сюда мелко рубленый шоколад, либо шоколадные капли. Я сегодня делаю с цедрой апельсина, изюмом и грецкими орехами. Сейчас мы их сами нарубим не так мелко. В этом пироге люблю грецкие орехи рубить не очень мелко, чтобы они, так сказать, попадались на зубок. Вот примерно вот такие вот кусочки. Отправляем сюда орешки. В этот кекс я люблю добавлять много орехов, много изюма. И вы знаете, получается такой очень богатый действительности пирог. Не стыдно такой пирог подать гостям.
Получается очень вкусно, очень ароматно, такой ярко выраженный ореховый вкус. И цедра лимона делает свое дело. Очень-очень удачный пирог. Обязательно готовьте. Смотрите, какая консистенция теста получается. Сейчас уже будем печь. Итак, дорогие мои, духовка у меня разогрета до 180 градусов, верхняя конвекция. Форму я застелила бумагой для выпечки, размер 38 на 27 сантиметров. Все, перекладываем тесто в форму. Форму берите такую, чтобы подходила по размерам, не маленькую, не большую. Все. Равномерно распределяем тесто. Смотрите, сколько в нем начинки. Все, мои дорогие, отправляем выпекаться. Вот и все, мои дорогие, приготовили мы с вами этот чудесный, посмотрите, аппетитнейший пирог, какой аромат от него исходит, это очень-очень вкусно, дорогие мои, обязательно пеките. Сейчас подождем, пока он полностью остынет, я его разрежу, покажу вам в кадре. Но я этот пирог, как я уже сказала, готовила неоднократно, ну, просто восхитительный, реально не стыдно подать гостям. Дорогие мои, вам всем спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.